Районный стадион в Бирюче – центр притяжения для местных спортсменов. Однако построенный в 2005 году, сегодня он не отвечает современным требованиям. Пример – покрытие беговых дорожек. Тогда еще новые технологии не очень сильно у нас в районах внедрялись, поэтому покрытие было асфальтное, не совсем удобное для бега, травмоопасное для бега. Поэтому было принято решение инициировать вот проект для того, чтобы на эти дорожки уложить резиновую крошку, для того, чтобы привлечь дополнительные соревнования сюда на стадион, для того, чтобы наш клуб «Стайер» не ездил далеко за пределы нашего района для проведения сборов, для проведения тренировок. В районе существует клуб «Бега Стайер», где занимаются более 70 спортсменов. Руководит им призер чемпионатов мира, Европы и России по суточному бегу Владимир Бычков. Уровень подготовки высокий, и мечта бирючан проводить не только ежегодный полумарафон на шоссе, но и другие статусные соревнования по бегу на профессиональном покрытии. Проект стадиона это позволяет. Эта дорожка предназначена для спринтерских дистанций, для 100-метровок, для эстафеты. А здесь предполагается 8 дорожек, а по остальному периметру нашего стадиона будет, как и традиционно, 4 дорожки. Владимир Лихолетов, директор оздоровительного комплекса, часть которого этот стадион, сам всерьез занимается бегом. Он и стал инициатором проекта. А поддержало его практически все спортивное сообщество «Бирюча». И еще один проект тоже касается стадиона. Активисты хотят переоборудовать административное здание. Сделать отопление, чтобы раздевалки, душевые и тренажерный зал работали не только летом. Обе инициативы защищали одновременно. Всего в Красногвардейском районе выдвигают 4 проекта на рассмотрение сначала местной, а потом региональной комиссии. Решающую роль сыграет их социальная значимость и поддержка населения. Татьяна Куликова, Александр Кветко. «Такой день на мире Белогорья».